когда Джон Леннон исполнил 70, он не успел нас предупредить, поэтому дал мне на откуп, поскольку он знал меня в лицо, дал мне на откуп все возможные преференции. И вот сегодня мы в третий раз уже отмечаем день рождения Джона Леннона по старому стилю, старый новый Джон. Мне очень приятно играть в группе «Оптимальный вариант», потому что мы предлагаем вам какую-то независимую радость, в отличие от официальных средств массовой информации. Сейчас я сыграю для вас вместе со своими друзьями песню, о которой я мечтал лет с 15. Мне казалось, что никогда в жизни я не смогу этого сделать. Может быть, и сейчас не смогу, но если бы не Лёв Харитов из «Битлз-клуба», то, не, может быть, этого и не было бы. Я хочу поздравить и «Битлз.ру», и вас всех, и «Битлз-клуб», и Алексею Рыкову большой поклон в пояс, потому что он натолкнул нашу группу на идею сыграть песню, о которой я мечтал с 15 лет. Сергей, ты настроил гитару? Окей, everybody loves you when you're 6 foot in the ground.